Видите меня? Это я 2 месяца назад. У меня нет документов. Значит, я не существую. Может, я выгляжу так? Может быть так. Может быть так. Это мой голос. Мой голос. Это мой голос. Это моя мама Азиза. А тут я. Скоро мы поедем к папе в Казахстан. Папа говорил, что скоро мы начнем жить лучше. А потом появилась я, но никто меня не увидел. Или удостоверяющих их личность сталкиваются с очень серьезными проблемами при доступе к образованию, медицинским услугам, а также услугам социальной защиты. Независимо от их статуса, либо причин миграции, дети в миграционных процессах – это в первую очередь дети. И согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на защиту от насилия, плохого обращения и на безопасную среду. Также каждый ребенок имеет право на доступ к услугам. Поэтому задача ЮНИСЕФ – помочь укрепить систему по охране детства, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его происхождения и миграционного статуса, мог быть защищен в соответствии с международными стандартами. У мамы с папой не было денег, потому что не было каких-то бумажек. Им нельзя было работать. И у меня бумажек тоже не было, поэтому я была невидимкой. European Union decided to support UNICEF and the government of Kazakhstan in funding this special program dedicated to the needs of children affected by migration. As we all know, the COVID-19 pandemic has deepened the difficulties in which migrants can find themselves already now. And children are even more vulnerable because they often lack access to services and financial situation because of their parents, for example, losing jobs or other source of income. Проект нацелен на то, чтобы дети в миграционных процессах были защищены, на то, чтобы доступ к специальным социальным услугам детям оказывался так же, как если бы они находились по месту своего постоянного проживания. Если мы говорим в целом о миграции граждан совершеннолетнего возраста, то, как правило и часто, такое решение принимается в связи с социально-экономическими трудностями. В поисках лучшей жизни, лучшей работы происходит миграция, люди переезжают из одного места в другое, но большую опасность представляет нелегальная миграция. Но надо признать, что в большинстве случаев это вынужденная миграция, а когда, более того, вместе со взрослым мигрирует ребенок, это большой сигнал для государств. Из Казахстана мы не уехали. Мама боялась, что без бумажек меня у них заберут. Мама много говорила по телефону. Ей подсказали, что нужно куда-то пойти. Моего имени не было ни на одной бумажке. Комитетом по охране прав детей реализуется совместно с детским фондом ЮНИСЕФ программа «Защита детей в миграционных процессах Казахстана». В рамках данной программы мы получили методические пособия и рекомендации, а также в городе Нур-Султан в Центре поддержки детей несовершеннолетних открыли дружественную комнату для детей-мигрантов. Благодаря совместной программе, реализованной в Республике Казахстан при поддержке правительства, Комитета по охране прав детей, Уполномоченного по правам человека, общественных организаций и Европейского союза, удалось охватить более 300 детей в миграционных процессах, услугами, которые были необходимы.
Они включали психологические услуги, юридические услуги, социальные услуги, реабилитационные услуги, общественные организации и центры поддержки детей, которые работали с детьми в миграционных процессах, применяли кейс-менеджмент технологии, а также опирались на принцип наилучшего интереса ребенка при разрешении кейсов. Ни один ребенок в Казахстане не должен остаться без внимания. Система кейс-менеджмента, внедренная в 3 регионах Республики Казахстан в рамках пилотной программы, позволила помочь детям и дала им шанс стать видимыми. Доказав свою эффективность, данная система кейс-менеджмента может применяться во всех регионах Республики Казахстан в интересах детей. Теперь вы меня видите.